Сегодня погожий денечек. И надо будет проводить некоторую работу. В некоторых уликах надо посмотреть наличие маток. Так как там должны быть и молодые матки. Вышли они, нет. Приняли ли их пчелы. Если не приняли, то надо будет другие мероприятия проводить. Должны быть и молодые матки. Все проконтролировать, проверить надо. Короче, работы много. Ну, здесь вот уже дополнительно роями заселили. Два лесных роя нынче поймали, пока два. Может, еще что-нибудь попадется. Вот этот один, вон тот один. Это наши. Вот новый улик заселили нынче. Тут хороший рой. Он уже развивается достаточно хорошо. Ну вот, пока работы проводим. Сегодня у нас тепло. Надо будет еще половину, наверное, пересмотреть. До главного взятка все привести в порядок, чтобы пчелы уже начали работать и в главном медосборе их не тревожить. Месяц их не трогать. Будем смотреть. Везде стоят магазины уже. Где-то по два магазина. Вот здесь пчелы отлично работают. Здесь два магазина стоит. Надо посмотреть, зашли они во второй магазин. Я вчера только поставил. Сейчас посмотрим. По идее, должны зайти. Ну, почти заходят. Скромненько так. Сейчас пока они здесь приберутся. Почистят соты. Ну вот, они уже начали заходить. Вот. Здесь пока ничего нет, но они прибираются, чистят соты, готовят все. Вот в первом магазине вон они уже полностью забили пчелой. Так, они начинают на меня злиться. И уже жалят. Живот ужалила одна. Еще залез к ним без дымаря. Все, ухожу. Thank you.
Все, побрызгаем.